А спонсором данного ролика является MKM Store. Именно в MKM Store вы сможете приобрести классные аккаунты Mortal Kombat Mobile с хорошей прокачкой, также огромнейшее количество душ для Android и iOS. Ну и конечно же осколки Шао Кана и различнейшие наборы снаряжения, а также таланты. Также в MKM Store проходят различные розыгрыши, где вы сможете бесплатно получить души, просто приняв участие и ничего никому не платя. Переходите по ссылочке в описании в MKM Store. Всем хай-икс, с вами DarkX, и сегодня в Mortal Kombat Mobile у нас с вами наконец-таки будет открытие наборов алмазных. Ну, не только алмазных. Короче, сегодня мы с вами откроем один набор, который появился всего только второй раз в игре. Ну и как вы уже поняли из названия данного ролика, это, конечно же, набор классический ниндзя со смоуком. Значит, вот такой у нас наборчик. Сюда входят, точнее, отсюда вы можете достать таких персонажей, как алмазный рептилия, золотой классический скорпион, классический сабзира и классический эрмак. Ну а также новый персонаж, который недавно только появился в игре, это классический смоук. Этот набор уже раз появлялся в игре, но тогда у меня не было возможности его открыть, а теперь душ у меня уже точно предостаточно, поэтому мы с вами пооткрываем этот наборчик и постараемся выбить классического смоука, которого как раз таки у меня нету. У меня есть классический рептилий алмазный, даже 10-го слияния, и есть скорпион золотой, но вот смоука нету. А вот я не помню, у меня был сабзира и эрмак. Ну это мы сегодня узнаем с вами по ходу открытия. Посмотрим, кто нам попадает. Ну а прежде чем мы начнем это открытие, я хочу вас попросить прямо сейчас жмякнуть лайк под этим роликом. Ну а также подписаться на канал и нажать на колокольчик. Подписались, жмякнули колокольчик, ведь это бесплатно, и вы будете самыми первыми узнавать о моих новейших интересных роликах. Ну а теперь давайте переходить с вами к этому наборчику. Короче, я думаю, мы с вами откроем сегодня 10 наборов точно. Ну, смотря как смоук будет выпадать. Я надеюсь, как можно быстрее мы с вами получим золотого смоука. Шанс его 6%. Набор пропадает через 2 часа 39 минут на момент записи ролика. Ну и давайте начинать. Первый наборчик. 350 душ. Есть какой-то мелкий шанс на алмазку. Ну а также хорошие золотые персонажи. Классический ниндзя. И новый классический смоук. Почему-то у меня, как всегда, долго грузит игра и медленно открывается набор. Только первый набор открываем, оно уже подвисает. Ну что, давайте с первого пака выбивать смоука. Я очень на это надеюсь, но так не получится, скорее всего. А хотя, смотрите, хахалка нету. Либо это рептилия, наш 10-го слияния, что очень маловероятно, так как шанс на него мизерный. Либо это все-таки смоук. Давайте. Смоук! Нет, эрмак. Оказывается, у меня эрмака, кстати, не было. Ну вот эрмака мы с вами достали. Хорошо, с первого набора новый персонаж, которого у меня нет, это отлично. Переходим к открытию дальше. Я хочу смоука. Очень хочу, так как его нету, персонаж, кстати, неплохой. Хоть он и золотой, но вроде бы есть даже алмазки скучноватые, такие как классический Джакс Брикс. И еще некоторые. А смоук со своей пассивкой на фоне золотых персонажей очень даже неплохой. Я за него, конечно же, не играл, но посмотрел, так полистал пассивку, что там есть. Я думаю, он будет неплохим. Ну, когда его получу, тогда точно вам скажу. Какой этот персонаж и что он умеет. Так. Ну, здесь уже 2 хохолка. Так что слияние давайте выбивать. Чернокнижник Куан Чи. Вообще не классический ниндзя, так как здесь еще есть шанс на выпадение не классических ниндзя, а каких-то левых золотых персонажей. То есть здесь падают все классические ниндзя, но еще падает различная золотая фигня. Хотя Куан Чи чернокнижник, он, кстати, довольно неплохой. Он может воскресить вашего союзника. Это очень полезное умение.
Особенно если его поставить с Джейсоном Вурхизом, либо с Терминатором. Да и вообще с любым персонажем, а там если еще и снаряги добавить, то Куан Чи очень классно помогает вашей команде. Так. О, я надеюсь, что это Смоук. Очень надеюсь, что это Смоук. Мы с вами, кстати, третий набор открываем. А это одержимый Кенши. Так, значит, шанс на золотых персонажей без испытаний здесь 61%. На Смоука здесь 6%. То есть шанс вполне реальный 6% выбить его. Но пока он нам с вами не падает. Хотя я очень давно не открывал наборы. Вообще даже алмазки не выбивал. А тут даже золотой пока этот Смоук не падает. Давайте, когда будет долго грузиться вот так игра, я буду ставить на паузу. И как только набор появляется, снова продолжать. Вы даже не заметите. Так, надеюсь, без хохолков. Но один хохолок есть. Я надеюсь, что персонаж все-таки выпадет, которого у меня нет, то есть новый. Но, блин, он есть. Классический Скорпион. Он у меня уже был, но прокачался. Кстати, Скорпион классный. Очень хороший золотой персонаж. Давайте переходим дальше. Ну, давайте Смоука, Смоука. Так, опять один хохолок. Быстренько пролистываем. Новая карточка. Что-то мне подсказывает, что здесь будет не Смоук. Сейчас мы с вами узнаем, но как-то мне кажется, здесь будет не Смоук. Да, оперативный сотрудник Sonya Blade. Я угадал. Ну, я надеюсь, мы с вами точно его выбьем. У меня как бы душ нормально, я думаю. Если один пак стоит 350 душ и шанс 6% на Смоука. А вот интересно, кстати, выпадет рептилия сегодня. Там шанс вообще мизерный, так как рептилия у нас алмазный. Но я не знаю. Хотя мне он вообще не нужен, он у меня 10-го слияния. Ждем Смоука. Так. Попытка номер какая-то, так сказать. Набор наконец-то открылся. Опять один хохолок. Слияние на мастера баланса Кенши. Одержимый сегодня падал, вот мастер баланса тоже выпал. Пока как-то хреновенько получается, кстати, с этим... открытием, так сказать, охотой на этого классического Смоука. Кстати, по поводу розыгрыша. Я вам обещал на 3000 подписчиков розыгрыш. Вот недавно на канале все-таки стало 3000 подписчиков. За это вам всем спасибо. И, короче, я вот очень скоро сделаю ролик с розыгрышем. Покажу аккаунт, в который буду разыгрывать. И скажу вам все условия. Вот очень скоро... на канале выйдет видосик с розыгрыша. Возможно, даже, кстати, сегодня. Слияние до классического Эрбака. Переходим с вами дальше. Уже, как бы, получается, 2000 душ я потратил. Ни одного Смоука не видел. Значит, нам выпал Эрбак два раза. Раз выпал Скорпион. То есть, три классических персонажа золотых нам выпало. И это не Смоук. Так, целых раз, два, три хохолка. Угу. Что же здесь выпадет? Может, Скорпион, либо Саб-Зиро. Я думаю, так. Нет, VIP Джонни Кейдж я не угадал. Еще открываем. Я не знаю, я сегодня потрачу все души, и что, Смоука вообще не получу? Либо все-таки получу. Но уже практически 3000 душ потратил. То есть мы с вами открыли почти 10 наборов. И Смоук с вероятностью 6% пока вообще не наблюдается.
Так, еще наборчик. О. Я очень надеюсь, что это не Саб-Зиро, а классический Смоук. И не рептилия. Давайте. Смоука, ждем Смоука. Ниндзюцу Скорпион. Вот кого я не ожидал увидеть сегодня, так это Ниндзюцу Скорпиона. А он взял такой и выпал. Ну, может, хотя бы сейчас уже он выпадет. Так. И, наверное, он не выпадет сейчас. Маловероятно. Или очень вероятно даже, что он выпадет. Давайте, открываем. Классический Саб-Зиро. Так, значит, теперь у меня есть все классические ниндзя, кроме Смоука. Рептилия 10-го слияния был. Скорпион сегодня у нас раз прокачался. Эрбак раз выпал. И раз прокачался. Выпал Саб-Зиро. Получается, выпадают все, но только не Смоук. Ждем Смоука. Так. И, ну... Смоук, давай уже. Вылазь. Ты где? Так долго открываю наборы, трачу души. И даже, блин, ни разу он не выпал. Саб-Зиро выпал. То есть, два раза подряд нам с вами выпал этот Саб-Зиро. Но Смоук почему-то очень сильно не хочет нам сегодня выпадать. Но мы обязательно его достанем отсюда. Так, продолжаем. Набор номер какой-то. Уже набор номер не знаю какой-то. Я потратил половину всех душ сегодня своих. Было 8500, остается уже 4354. И Смоука нет. Вот что. Я планировал потратить, блин, 3000 душ. Ну, 3500. Я 100% был уверен, что Смоук выпадет. Но он еще до сих пор не выпал, мы душ потратили больше. Я просто хотел часть душ оставить на Терминатора нового, когда выйдет набор за души с ним. И часть потратить вот на этого Смоука. Но пока мои планы рушатся. Так. И здесь хохолки. Не знаю, вот интересно. Он, мне надо все 8500 душ потратить, чтобы Смоук достался. Скорпион, Инферно, Слияние. Опять с вами ждем. Так. И что мы с вами здесь увидим? А, увидим мы с вами слияние. Опять Куанчи. Мы сегодня с вами уже его доставали и опять достали. Надеюсь, с этого набора Смоук уже выпадет. Давайте, жмякните все лайк, просто каждый, кто смотрит видос, лайк, если еще не нажимали. И нам все-таки этот Смоук выпадет. Так, ну. Ну. Наверное, опять слияние. И. Классический Саб-Зиро. А Смоука все нет и нет. Золотой персонаж, на которого я слил душ больше, чем я обычно трачу на алмазных персонажей. Так. Ну, блин, я уже очень надеюсь, что этот Смоук все-таки нам очень скоро должен выпасть. И... Секретный агент Кейси Кейдж. Хреново как-то получается. Так, открываем. Блин, если так падает золотой персонаж с вероятностью 6%, то что будет с Терминатором с новым? Он если выйдет, там шанс будет 4, либо 3%, так как он алмазка. Я тут золото не могу выбить, а как я Терминатора нового достану? Я вообще теперь уже не понимаю, сколько мне душ понадобится. Так. Опять еще набор открываем. Эта игра меня уже, конечно, удивляет. И не в очень хорошую сторону. Почему все так плохо? 6% шанс. И я не могу достать золотого персонажа, которого я жду. Я раньше, блин, Терминатора Темные Судьбы с шансом 4%, и то больше раз выбивал. То и не раз я его выбивал. Тут я не могу даже первый раз достать Смоука. А Терминатора я раньше качал в несколько слияний.
алмазного темные судьбы. Душ уже остается 1900. Смоука мы с вами еще так и не увидели. Ниндзюцу Скорпион. Просто нам уже по второму кругу падает то, что мы достали. Так. Опять один хохолок. Блин, Смоук, выпадай давай. Так, новая карта. Смоук, иди сюда. Давай. Классические рептилии, алмазные 10-го слияния. Теперь, внимание, шанс. Рептилии 3%, Смоука 6%. Блин, Смоука ни разу не достал, зато достал рептилию, который у меня 10-го слияния, уже он мне не нужен, и как бы у него шанс в 2 раза меньше. Мне кажется, это специально что ли так сделано, либо как. Почему золотого персонажа достать труднее, чем алмазного? Слияние опять. Саб-Зиро. У меня его не было, он сегодня получается нам 4 раза выпал. Так как он на третьем слиянии. Давайте тратим с вами последние души уже. Кстати, я смотрел на ютубе, и ни одному так не выпадает Саб-Зиро очень много раз, но зато не выпадает Смоук. Опять слияние. Эрмак. То есть, просто выпадает все, что можно, но только не Смоук. У меня душ остается 930, это уже на 2 набора и все. Так. Я уже очень сильно не уверен, что я Смоука получу. Как бы все, сейчас мы с вами открываем этот набор, открываем еще один, и душ у меня больше нет. Опять Ермак. Саб-Зиро вкачали, Ермака вкачали, даже рептилия выпал. Ну блин, можно хотя бы с последнего набора, раз мне Смоука и все. Я, кстати, надеялся сегодня, что будет слияние на Смоука даже. А тут я первый раз его достать не могу. Все, последний набор. Внимание, смотрим, что выпадает. И здесь нет хохолка. Ну, я очень хочу, чтобы это был Смоук, но мне кажется, это будет не Смоук. Фокус со шляпой Кунлау. Ладно, я сейчас зайду на почту, пособираю награды за войны фракции, всю фигню, может, накоплю на один набор. Вот, собрал я награды, и мне не хватает. Даже если я посмотрю рекламу, плюс 25 душ, у меня будет 305. Надо 350. Ну, как вы видите, минус 8500 душ, и итог, никакого классического смоука я не получил. Ну, на этом все, пишите свое мнение в комментариях. А с вами был DarkX, всем пока.